друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Открылась новая рекламная площадка, называется sevenbooster.com. И здесь вы можете рекламировать абсолютно любой свой проект. 1000 показов стоит 1 доллар. А также вы можете зарабатывать. Я сегодня зарегистрировалась. Это матричный проект. Здесь я рекламирую проект всем миром. Вот мой баннер, который будет показываться вот здесь, на проект всем миром. А также я приглашаю сюда рефералов, которые могут здесь дать свои баннеры. Здесь есть несколько пакетов. А также есть переливы, потому что это матрица. Вот я сейчас купила 2 пакета. Один пакет за 1 доллар. 1000 показов. Кстати, до 6 марта 1000 показов у вас будут бесплатно, потому что проект начинает только раскручиваться. И второй пакет я купила за 5 долларов. Здесь уже 5000 показов. Ссылочка будет под этим видео. Заходите, регистрируйтесь. Заполняете свой профиль, вот профиль, фамилию, имя, номер Pair кошелька. Далее, у кого нет Pair кошелька, ссылка на мой Pair кошелек также будет под этим видео. Грузите изображение, оформляете свой профиль и с Pair кошелька оплачиваете. А Pair кошелек можно пополнить любыми способами. Заходите в настройку компании, чтобы дать свой баннер. Жмете «Добавить баннер». Нужно загрузить изображение. Размеры баннера 120 на 200. Захожу в личный кабинет проекта «Всем миром». Делаем вот такой скрин. Сохраняем его на компьютере. Он у меня уже сохранен. И изменяете его в Paint. На рабочий стол сохраняете, нажимаете правой кнопкой мыши, нажимаете «Изменить». Также вы можете на свой проект сделать скрин баннера, даже не обязательно баннера, можно взять любое изображение. Жмете «Изменить размер» и смотрим. Размеры принимаются 120 на 200. Значит, нажимаем «Пиксели». И здесь пишем 120 на 200. И сохраняете. Нажимаете ОК. И вот так сохранить. Жмете файл. Сохранить как. Изображение в формате JPEG. Я уже сохранила его на рабочий стол. Такой баннер. Вы можете сделать то же самое. И загружаете изображение. Заходим на рабочий стол. Выбираете вот Holoboard 1. Размеры, видите, 120 на 200. Нажимаете «Открыть», и у вас будет загружен баннер. Вот, как у меня. Но он будет отображаться в полный рост, как говорится. И добавляете свою уникальную либо реферальную ссылочку. И выбираете показы. Если вы заплатили 1 доллар, вот, кстати, мой баннер, вот как он выглядит. Если вы заплатили 1 доллар, у вас будет 1000 показов. Если вы заплатили еще 5 долларов, у вас будет 6000 показов. Пока они не уменьшаются до 6 марта. Поэтому у вас есть еще 4 денечка, чтобы, как говорится, на халяву ваша реклама будет на этой рекламной площадке показываться. Предусмотрена также реферальная программа. Чтобы взять реферальную ссылку, заходите в свой кабинет, вот здесь нажимаете вверху, листаете вниз, вот реферальная ссылка, вот ваша ссылка. Вот, кстати, я час назад зарегистрировалась, оплатила 6 долларов, один пакет на 1 доллар, второй пакет на 5 долларов, и либо у меня зарегистрировались, либо у меня перелились. В общем, всего активных у меня 2 партнера. Проект сделан так, что зарабатывают здесь абсолютно все.
Поэтому я считаю, что на старте нужно пользоваться этим предложением. Ссылочка будет под этим видео. Вы ее можете сократить в Гугле, либо в локат-линке. И продвигать свои любые проекты, а также зарабатывать. Здесь вы можете ознакомиться с маркетингом, почитать все подробненько и начать действовать. Всем пока!